Даже не переоделась? Я не успела. Что случилось? Все хорошо. Ты заболела? Нет. Может быть, тебе не нравятся новые партнеры? И где Игорь? И вообще, что происходит? Не носи его, не спрашивайте меня об этом. Если можно, замените меня. Наташа, изволь объясниться, я тебя не понимаю. Я не могу, не носи его. Как это не можешь? Подожди. Наташа, дружок, не плачь. Театр — это не всегда неприятности. Ты понимаешь, зрителю ему совершенно безразлично, что кто-то поссорился с директором, что кто-то не спал по ночам, или кто-то получил роль, о которой он не мечтал. Это наша профессия, дружочек. Надо собраться и просто сделать. Прошу. Спойте мне, нужно мне стрекошку.